Попробуйте хот-доги. Черт бы меня побрал, ох. Блокированные с моего пути, слышь? Да просто поезжай туда, будь они прокляты. Привет, Роман. Что это за любитель стероидов? Брюси, ты знаком с моим двоюродным братом? Ника, это Брюси. Мы нашли друг друга в интернете. А, на сайте знакомств, что ли? Нет. В темных уголках, обтяпывая темные делишки. Мы оба игроки, мой друг. Игроки. Элита. Без дураков. Классная. Да еще и сексуальный. Именно такие женщины мне нравятся. И вообще, раз я над этим работаю, то и они должны, правильно? Ха, точно. О чем это он? Брюси мечтатель, он разделяет мое видение жизни. Ау, так значит он идиот. Эй, иди в задницу. Слушай, чувак, ты должен попробовать выйти в сеть. Ай, будто бы я никогда этого не делал. Просто здесь у меня пока времени не было. Ну да, конечно, технофоб ты, лудит. Мы должны вытащить тебя в интернет. Это ж целый мир возможностей. Например. Да всяких разных. Вчера я нашел в сети блог женщин, которые не любят бриться. А это ведь дорогого стоит. Слушай, я обещал с Брюси потусоваться. Может, ты сможешь сам с этим разобраться? Поезжай в Туат и зарегистрируйся на одном из компьютеров. Там тебя уже ждет симпатичная девушка. Мне надоело, что я не могу отправить тебе e-mail, брат. К тому же наши родственники шлют мне новости для тебя. Брюси! Да! Хорош упражняться! Ладно. Кокнем пару сволочей. Элита, пошли. Да он крутой. Да. Да знаю я, как пользоваться интернетом. Не тупой. Привет, меня зовут Ника. Мой двоюродный брат сказал мне прийти сюда. Роман, он звонил насчет тебя. Он такой забавный. Я уже подготовила для тебя компьютер. Это несложно. Просто следуй инструкциям и все, окей? Увидимся, брат. Я завел себе электронный почтовый ящик, Роман. Теперь я окончательно попал в сети Liberty City. Отлично, брат. Ты встретил девушку, которая там работает? Сиськи у нее ничего, да? Ладно, до скорого.
Эй, парень, не двигаться. Говорят, тебе не шевелись, парень. Ты кто такой? Ты что, блядь, опоздал? Кто вообще? Эй, чувак, я пришел повидаться с Джейкобом. Я Нико. Нико? Плохиш, что там внизу происходит? Мужик, тут внизу какой-то чувак в дверь вломился. Тут какой-то чувак, брат, называет себя Нико. Говорит, что к тебе пришел. Хавло неоттесанное. Нико, а, это мой кореш, Плохиш. Йоу, пусти паренька. Говоришь, твой кореш? Да. Ладно, это мой кореш, йоу. Чувак, поднимайся, переговорить с мистером Джейкобом. Ну, с тем, который такси держит. Знаешь, когда к тебе в дверь кто-то ломится, нужно быть типа осторожным. Да не, все нормально. Здорово, чувак. Ну что там у тебя? Да не переживай. Ты там того, поаккуратнее. Видишь вон того чувака, мужик. Нико, иди покупай с ним. Найдешь его там. Че с тобой, Нико? Ты в норме? Да нет проблем. Встретили, зашибись. Да, я типа слышал. Ладно, не суть. В общем, чувак перед тобой это типа Плохиш, и он хочет попросить тебе об услуге, смекаешь? В общем, так, пацанчик, тут на наших пятаках крутятся какие-то ребятки, и ребятки эти толкают всякую фигню. В общем, к чему это я? А, так вот, бабла они не отваливать не собираются. А тут, знаешь ли, каждый пятак мой. Мне, знаешь ли, нужны мои баблосы, а вот их-то как раз и нет. Давай, давай, я хочу разобраться с этим делом нормально, смекаешь? Ладно, сейчас объясню. У нас тут бизнес налажен, верняк. А они продают траву там, где им этого делать нельзя. Да еще и в долю нас не берут. Так. Вот мы и хотим, чтобы пошел туда и разобрался с ними, понял? Ну да, только это будет дорого стоить. Где мне их искать? Дорого? Ха, дорого, пацанчик? Ты типа продешевить боишься? Да нам типа плевать, дорого это или нет. Какие-то парни тусят на моих пятаках. И ведь не просто тусят, а еще и толкают чего-то. Не надо прикинь, стоят на моих пятаках, какие-то дела свои мутят. А это, блин, мои пятаки, а не их. Вот пойди и прямо так им передай. Прикинь, мы приходим, а они говорят, типа хрен вам, а не бабки. Не, ну ты прикинь, и что нам теперь с этим делать? Ладно, послушай, в общем, Плохиш говорит, что эти парни тут новенькие, понимаешь? Ты найдешь их на пятаках Альфы в Южном Бохане, усёк? Придешь туда, найдешь их и хлоп, так вот и разберешься с ними со всеми, усёк? В общем, давай, вали туда, и всех вали, ага. Хорошо. Ну и славно. Косячок дернуть хочешь? Нет, спасибо. Уверен? Уверен. Ну как хочешь, уважуха тебе. Мальчик мой, передай-ка мне вон ту штуку. На, держи, король. Вот дерьмо. Чёрт, ты меня побрал, да? Натуришь меня. Поехали! Благодарю! Спасибо, удачи! Черт! Черт! Знатная дурь, ты меня просто обчистил! Йоу, я сбыл весь товар, сейчас заеду за новой партией, будь готов!
Нико, это твой брат. Не хочешь оттянуться? Черт, Роман, я сейчас не могу говорить. Проклятие! Мне просто нужно кормить свою семью. Хрен тебе! Парень, тебя ведет мутузик, мама не горюй! Чё под руку лезешь? Не повезло, леди! Отлезь, гнида! Сейчас ты будешь реально страдать, сука! Лучше не заходи сюда! У нас тут стволов дадут! Черт, он выходит! Ты нас всех угробил! Скоты! Оставайся там! Скажи Плохишу, что я убрал конкурентов! Все чики-пики, теперь пятак опять наш! Никому не позволено шариться на моем пятаке, вот так! Удачи, Нико! Здорово, Нико, чувак, как она? Нормально, у вас с Плохишом больше нет для меня работенки. Забавно, что ты спрашиваешь, братишка. Плохиш мне как раз толкал, что ему прям по сердцу, как ты для нас в тот раз все разрулил. Он спрашивал, не докатишь ли ты пару посылок кое-кому в городе. Типа в них будет дофига травы. Звучит неплохо. Ништяк, чувак, позвони, когда будешь готов сделать первую ходку. Работы хватает, так что звони, как сможешь. Удачи, чувак. Ника, у моего друга Брюси есть к нам деловое предложение. Он заплатит мне за то, что я накачаю его стероидами и буду без усталости восхищаться его бицепсами? Нет, с этим он и сам как-нибудь справится. Брюси у нас пробитый качок. Он будет посылать тебе письма с описанием машин, которые ему нужны, а ты будешь их ему доставать. А ты-то чем будешь заниматься? Да ладно тебе, я же вас свел, чувак, я менеджер. Проверь свою электронную почту, Ника, как-нибудь затусим, лады? Я опаздываю.
выплачены в полном объеме. Остановитесь сейчас же! Куда тебе надо? О, на дороге. Вот, приехали. Все хорошо, надеюсь. Я сказала тебе, где она? Я не понимаю, в чем здесь проблема? За ней. Эй, я целый день здесь. Зарабатываю деньги. Сколько раз мне тебе говорить? Только мне еще это выслушивать. Господи, девчонка, господи. Она твоя дочь. О, господи. Или богу твоему так же наплевать на тебя, как и всем остальным. Ты ужасный человек. А ты суверенная старая ведьма. Увидимся в аду. Когда-нибудь я распну тебя. Нико Белик. Да. Отличное имя. Отличное имя. Где Дмитрий? Он занят. Он сказал, что ему нужно кое-что сделать. Кое-что? Кое-что? Сейчас я тебе кое-что расскажу. Мы с этим парнем в армии вместе служили. В тюрьме срок мотали. Мы с ним как братья. А теперь он просто говорит кое-что? Всегда кое-что. Всегда кое-что. Да. Выпить хочешь? Нет, спасибо. Ну, а я выпью. Вы в порядке? Что? Мистер Фаустин? Нет! Я чертовски зол! Жаль, если так. Дай-ка я тебя кое о чем спрошу. Ты ее знаешь? Нет. Хорошо. Потому что если бы ты ее знал, я бы убил тебя нахрен. Почему? Она моя дочь, неблагодарная сучка. Я привез ее сюда, избаловал до невозможности. Дал хорошее образование. Посмотри на это. Посмотри. Посмотри на все, что я ей дал. Да, да, эй, очень повезло, что у нее такой любящий отец. Вот именно, и тем не менее, она выросла неуправляемой стервой. А все из-за тебя, дурья башка. Но я не допущу, чтобы моя дочь стала шлюхой. Нико, она на Firefly Island. Отправляйся туда, если она встречается с этим своим дружком, сраным байкером. Убей его. Найди мне Дмитрия. Ладно. Пусть позвонит мне. Конечно. Иди. Хорошо. Эй, вы! Опен. Интересный способ проехать. Спасибо вам. Я что теперь, собственность пропащих? Ха, была бы ты собственностью, пришлось бы делиться тобой со всеми братками. А я хочу, чтобы ты была только моей. Отвали от дочери господина Фаустина. Пошел ты! Тут тебе не Россия, а мы не коммунисты. Передай отцу, что я могу встречаться с кем захочу. Я прихвачу братков, и мы надерем тебе задницу, мать твою. Этот парень кого-нибудь застрелит, это точно. Отойди от меня. У нас выстрелы на Крокет Авеню. Я убил байкера. Не уверен, понравится ли это твоей дочери.
Плевать мне на то, что ей нравится. Меня волнует только дисциплина и преданность. Спасибо, Нико. Знаешь, что у меня сердечный приступ? Мистер! Что это такое? Что происходит? Оу, спасибо! Привет. Привет. Михаил дома? Нет, он вышел. Ладно. Мне подождать снаружи? Нет, нет, заходи. Оу, спасибо. Всегда пожалуйста. Присаживайся. Спасибо. Хочешь чаю? Конечно. Михаил больше не разрешает мне им пользоваться. Говорит, что это делает нас похожими на дикарей, нецивилизованными, вроде эмигрантов. О, правда? Я знаю, о чем ты подумал. Довольно забавно слышать это от него. Он не всегда был таким. В молодости, на родине. Он был очаровашкой. Он был счастлив. И делал счастливой меня. Но потом что-то изменилось, несколько лет назад. Я так и не поняла, что случилось. Я долгие годы думала над этим. Может, я была слепа и не замечала в нем этого раньше. Или же я сама его изменила. Жизнь — сложная штука. Я никогда не думал, что моя жизнь станет такой. Нет? Когда попал на войну, я делал ужасные вещи. Пройдя через нее, я стал проще к этому относиться. Я убивал людей, занимался их тайной перевозкой, торговлей. И ты не беспокоишься о своей душе? Когда ты входишь в деревню и видишь 50 детей, аккуратно уложенных в рядок перед стеной церкви, и у каждого из них перерезано горло и отрублены руки, ты понимаешь, что у твари, которая сделала это, души нет. Бог очень непрост. Ты никогда не должен отчаиваться. Ну, не знаю. Не уверен. Привет, Лена. Привет, Тима. Что это такое? Я говорю тебе одно, и ты все делаешь по-своему, безмозглая стерва. Нико Белик, малыш. Рад тебя видеть. Да, я тоже тебя. Чего ты хочешь? Я хочу, чтобы ты научил людей слушаться меня. Ты хочешь, чтобы он принес нам деньги? Да хрен с деньгами. Михаил, пожалуйста, успокойся. У нас и без того куча проблем. Не уверен, что мне удастся наладить отношения с Петровичем. Да пошел он нахер. И ты вслед за ним. Ты кто такой? Мой папочка? Вали нахер из моего дома. Михаил, проваливай! Так чего же ты хочешь? Козел, который должен мне денег, владеет гаражом в Чейз Пойнт. Я хочу, чтобы ты взял грузовик и отогнал его туда. Перезвони мне, когда доберешься до грузовика. Он в Шотлере, на Монтаук-авеню. Иди. Убирайся отсюда. Черт!
забрал. Мистер Фаустин, я нашел грузовик. Пригони его в гараж на углу Гуантама и Уитмилл. Оставь его внутри. Нет проблем. Что за груз я везу? Когда машина будет внутри, активируешь взрывчатку. Рвануть должно быть здоров. Кстати, по дороге будь поаккуратней. Непредсказуемая эта штука. Взрывчатка? Какого хрена? Бардак. Что это за чертовщина? О, черт! Черт, мои колеса! Слепой или как? Слепой и шлифан. Сукин ты сын! Желаю хорошего спасибо. Дня. Спасибо. Ох, ненавижу это. Ника, это Роман! Надо бы нам чего-нибудь выпить! Роман, я тут немного нервничаю из-за того, что мне приходится ехать по городу в грузовике Михаила Фаустина, нашпигованном взрывчаткой. Он практически неуправляем. В общем, извини, но если, ко всему прочему, мы еще сейчас с тобой и надеремся, то я точно взлечу на воздух. Ладно, звякну попозже, брат. Черт, новая машина, мать твою! Блядь! Чё, блядь, какая хрень твоя? Что ты творишь, друг? Да ладно вам. Чёрт побери.
Это в Чайспойнт. Возможно, террористический акт. Будьте осторожны. Я забираю эту машину. Боже мой! Я умоляю, оставьте меня в покое. Я взорвал то место! Только больше не нужно вешать на меня такое дерьмо! Не приходила в голову мысль, что мне может быть неохота разъезжать на атомной бомбе! Я думал, ты хладнокровный убийца. Парень, я думал, что ты ничего не боишься. Что ты как баба-то? Яйца-то у тебя есть? Без меня вы бы с Дмитрием были бы никем! Никем! Это ваша благодарность? Я разговаривал с Брюсси. С этой обезьяной на стероидах? Он мой хороший друг. Ты с ним тоже можешь подружиться. В общем, у него есть работа, а нам нужны деньги. Поговори с ним, он в своей автомобильной конторе на Муханет, в Истфуке. Если Мэлори позвонит, мы с тобой в боулинге. Увидимся. Моя машина, идиот! Ты! Сынок, если мы не успеем, все пончики распродам. Мне намахал... Только я с этим закончу, поеду домой и отожрусь как следует. Огромное вам спасибо. Привет. Эй, я занят. Я сказал привет. Ау! Твою мать, твой босс на месте? Зачем ты это сделал? Твой босс на месте? Да, на месте. Брюсси, тут к тебе какой-то гребаный европеечка завалился. Я тоже рад тебя видеть. Он не европеечка, он достойный человек. И все же он редкостный мудак. Ника, дружище, извини, как дела? Нормально. Отлично. Попался, парень. Я ведь не просто большой, а еще и быстрый. Просыпайся давай. Оу, прости, можешь показать это еще разок. Хорош, парень, хорош. Ух ты. Ну ты, блин, даешь. Ты как, в порядке? Да, серьезные приемчики в Красной Армии. Ты должен показать мне его еще раз. Я тащусь от таких вот штук. Давай, чувак, потрогай мои грудные мышцы. Нет уж, спасибо. Крепкий как камень. Да я просто монстр. 45 жму на раз. Да. Ну а хрен ли? Что ты тут делаешь, чувак? Ну, Роман сказал, что тебе может понадобиться помощь. А нам как раз чертовски нужны деньги. Черт, ну и дерьмо. Да, конечно. Люблю этого парня. Люблю его. Я, конечно, не журналюб, но если бы я был им, да еще и в придачу был бы гомиком, этому парню не поздоровилось бы. Понимаешь, о чем я? Я ему передам. Эй, да я просто прикалываюсь. Брюсси любит девок. Запомни это, хорошо? Ладно. В общем так, Ники, слушай, я знаю, что вам, парни, нужны деньги. Очень нужны. Точно. Так вот, работа не самая приятная. Это тебе не дочки матери. Если платят хорошо, то никаких проблем. Иногда одни люди наезжают на других, понимаешь? И на тех, кто наезжает на других, тоже приходится наезжать. Особенно на тех, кто залегает на дно до поры до времени, чтобы потом дать показания в суде и посадить за решетку кучу народу. Что? Мне нужно, чтобы ты прищучил кое-кого. Только вот беда, прячутся они. Как мне их найти? Чувак, какая выдержка! Даже глазом не моргнул. Мне это нравится! Чертовски нравится! Тебе нужно будет угнать полицейскую тачку, подключиться к их компьютеру и перезвонить мне, взломать их, расплюнуть. Ну, не совсем. Хорошо, Брюсси, я позвоню тебе. Вот это выдержка, чувак! Вот это выдержка!
О, да, ты мой. Мы получили нападение на гражданских лиц в северной Пуабо. Я ухожу отсюда, он снова на пути. Это не так уж и плохо. У нас напряженные ситуации, что дебилируются. Стреляя завистрельного оружия в северном Пуабо. Выйди из машины, слезняк. Вылезай из машины. Офицер идет пешком. Я иду, прикройте меня! Вылетайся, хорошо, бедем! Остановись, мудак, и вы... Ух, чёрт! Ты дурак! Остановись, это полиция! Я на месте, с компьютером. Ну ты шельма, чувак, мне это нравится. В общем, парня зовут Лайл Ривас. Введи его имя в комп и найди что-нибудь вроде предполагаемого местонахождения. Я, конечно, и сам его завалю, но когда люди видят, что я иду, они сваливают нахрен, понимаешь? Парни не любят связываться с тем, у кого за поясом пушка 24-го калибра, вроде моей. Вот так вот, детка. Я разыщу этого Риваса. Ты суров, чувак. У меня аж мурашки по коже пошли, а мы ведь только по телефону разговариваем. Позвони, когда все будет готово, брат. Необходима помощь. Направляется в Лефтвуд 2. Преступник стреляет из автомашины. Все чисто. Необходимо. На севере. Лансет. Когда же эта чертова служба доставки сюда доберется? Черт, этот гребаный город. Необходима помощь. Два, юг Уиллис. У нас есть сообщение о нарушении ПДД на востоке. Стэнвей. Привет, принцесса. Все мои сверхурочные снова попадают в тюрьму. Я знаю, но я не денежное дерево, понимаешь? Иди ограбь кого-то! Сколько? Небольшая работа. Необходима помощь. Два, юг, Лансет. Что? А, пончик. Сделайте его побольше, а? Я опаздываю кое-куда. Ты медитируешь, что ли? Лайл Ривас, у меня для тебя послание от Брюси. Брюси, твою мать! Я думал, он шутит. Черт!
не весь день впереди. О Ривасе можешь больше не беспокоиться. Охрененно, чувак! Куча людей должно быть тебе благодарна, что те, кто залупался на них, уже не смогут ничего никому сказать и больше ни на кого не будут залупаться. Понимаешь, о чем я? Ты мне платишь, и этого достаточно. А, ты все о зелени печешься. Одна капуста у тебя на уме, чувак. Да, мне это по душе. Хе-хе-хе. Когда понадобится еще работа, звони. Я тут, а... Мне намок. Готов? Вот мы и приехали, чувак, выходи. Тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать пять. Тут кое-кто хочет тебя видеть. Я занимаюсь. 36, 37. Привет, Брюси. Нико, секунду. 40. Почему ты не сказала мне, что это Нико, а? Да, мужик, женщины. Мужик. Женщины. Да, мужик, я в твоем распоряжении. Я готов, Ники. Готов ко всему, твою мать. Твою мать. Ты в порядке? Ты выглядишь немного взвинченным. Да, прости. Видать, я себя немного перепичкал. Я от этого немного тупею. Перепичкал? Ну да, тестостероном тупорылые акулы, амиго. Заказал его через интернет из Чили. От него ты чувствуешь себя настоящим самцом. Ты поосторожней с этим, чувак. Я слыхал, что эта штука делает забавные вещи с твоим членом. Эй, хочешь сказать, у меня забавный член? Я как-то об этом не думал. Ты послал мне сообщение. Что тебе нужно? Мне нужна помощь. Я с ума схожу. Стоп. Чувак, да я просто прикалываюсь. В общем, слушай, ты отлично со всем справился. Тебе благодарна куча народа. Короче, смотри, у этого парня, Лайла, есть тачка, которую стоит угнать. Можешь достать ее? Он оставил ее на аллее в конце Йорктаун-авеню, в Стэнвей. Если ты заплатишь так же, как в прошлый раз, нет проблем. Да, конечно, есть какие-нибудь подвохи? Нет, все проще парень репы. Ладно, тогда я пойду, займусь этим. Да! Пока. Какой же беспорядок в этом доме? О, черт! Все, что мне сейчас надо было ехать на метро.
Никаких подвохов, Брюси. Походу, от этих препаратов у тебя башка совсем отказала. Он пытается угнать тачку Лайла. Отойди от машины Лайла, приятель. Простите! Он у меня на прицеле. Брюси попросил меня подогнать ее сюда. Тебе повезло, что она так хорошо выглядит. Единственное, что выглядит хорошо, по мнению Брюси, это его отражение в зеркале. Спасибо. Твоя мать была права. Ты жалок. Машина в твоем гараже. Это было непросто. Меня поджидали там. Черт, чувак! Если бы я знал, что все будет так, я бы сам за ней поехал. Никто не смеет залупаться на Брюси. Походу, ты весьма крут. Ты сделал это, парень. Круто вас в Красной Армии учат водить. Я тебе подогнал крутые диски, вращающиеся. Просто чума, ни у кого таких нет, знаешь? Давай как-нибудь погоняем, потусуемся, лады, да? Спасибо, дружище, спасибо. Приятель. Движется или как? Блять. Вау, чёрт. Поехали, если у вас есть яйца. Что-нибудь особенного. Не один. Я удовлетворяю клиентов. Спасибо вам большое. Попробуйте кусочек моего хот-дога. Шевелись, или я вырву тебя мастера. Дмитрий, привет. Садись. Что у нас за проблема? А ты как думаешь? Михаил, мистер Фаустин. Ага. Я
У тебя есть выбор. Убить своего лучшего друга или умереть. Что бы ты сделал? А другого выхода нет? Теперь нет, особенно после того, как ты убил сына Петровича. У тебя семьи нет, ты можешь бежать. Куда бы ты ни отправился, тебя всегда смогут найти, если очень сильно этого захотят. А сейчас они жаждут крови. Но вас с Михаилом так много всего связывает. Это точно. Я убил мальчишку. Они хотят убить и меня. Нет. Я сказал им, что ты наемный убийца. А они ответили, что если ты человек, который убьет Михаила, тебя не тронут. Вот значит как. Да, выходит, что так. Скоро он выйдет из дома и направится в клуб. Сделай то, что должен. Знаешь, одно я усвоил точно. Мы должны соблюдать правила игры. Мы можем играть в игру, Нико Белик. Но мы не можем изменять ее правила. Увидимся. Как долго нам придется здесь ждать, а? Это будет потрясающая ночь, я могу сказать. Не волнуйся, все будет нормально. О, да ты за собой следи. Будьте как дома! Нико! Нико Белик! Вы с Дмитрием решили занять мое место, да? Дело совсем не в этом! Ты сам во всем виноват! Ты позволил себе зайти слишком далеко! Если бы не я, ты бы уже был бы мертв! Собственно, когда ты убил Влада, Дмитрий так и собирался поступить. Дмитрий. Мой брат. Видишь? Эта татуировка означает, что мы с ним братья навек. А он взял и предал меня. Ты не оставил ему выбора. Нужно было быть спокойней. Никому, даже Дмитрию, не позволено успокаивать меня. Думаешь, Дмитрий выжил бы в тюрьме без меня? Да если бы не я, быть бы ему тамошним петухом, то бы оторвались местные здоровяки. Я еще не умер. Есть еще преданные люди. Охрана! Хочу испортить тебе твой мир. Ты как червяк, как бесхребетный червяк, Белик. Ты ничтожество, Белик. Слабак, сдавайся. Сильнейший выживает, а слабый погибает. Вот увидишь. Я всего добился потом и кровью, и я не позволю какому-то балканскому ублюдку забрать это у меня. Ты всем обязан мне, Нико. Я проявил милосердие к вам с братом, когда Дмитрий хотел убить вас. Люди, на помощь! Черт возьми, ты достал слишком многих, мистер Фаул. Ты попал.
У меня очень как... Давай, расскажи, как тебе больно, и мы покончим с этим. О, блядь, только не убивай меня. Прикройте меня, ублюдки, меня же зашибут. Я его почупал. Хороший день. Ну и куда ты пойдешь? Посмотри, ты окружен. Не заставляй меня делать это. Дмитрий кинул меня, а не наоборот. Америка сделала его алчным. Дмитрий тебя кинет. Вот увидишь. Я человек убеждений. Я делаю только то, во что верю. Никто из вас не выживет в этой стране без меня. Американская алчность завладеет всеми. Она словно чума. Лишь я не заразился ей. Ты сам предал себя, мистер Фаустин. Кому-то мало, так я могу добавить, это не проблема. Фаустин мертв. Ты сделал доброе дело. Тяжелое, но доброе. Надеюсь, это положит начало миру с Петровичем. Хот-доги лучшие!